И всем привет! Вы находитесь на канале Legos, и сегодня я вам хочу показать топ-4 простых и интересных механизма из Lego Technic. Некоторые из этих механизмов можно присоединить к ним мотор, и они будут работать гораздо интереснее, а некоторые механические. Вот в этом видео я вам покажу, как эти все механизмы работают и куда их можно применить. Ну еще, если кто-то не знал, я есть в Инстаграме, так что можешь переходить туда и подписывать сюда. Ссылка будет в описании. А еще я поставил себе цель до конца зимы сделать 2000 подписчиков. Если мы это сделаем, это будет просто круто. Так что подписывайся на мой канал и спасибо тебе, если ты уже подписан. Ну а мы переходим к обзору вот этим вот 4 механизмам из Lego Technic. Ну что, первый у нас будет на очереди вот такой вот механизм. Догадались уже, что это? Да, это механизм вот таких вот типа крыльев. Смотрите, как он работает. Кручим вот этот рычажок, и наши крылья вращаются. Там идет две... Так, стоп, я не помню уже. Идет три угловых передачи. Первая угловая, вторая угловая передача и третья угловая передача. Вот. Когда мы крутим вот этот вот вал, через три угловых передачи вращаются наши крылья. Но... Давайте сделаем это же лучше. Возьмем наш мотор. Подсоединим его. Так. Так, я подсоединил. Подсоединяем батарейный блок. И давайте посмотрим, как это все работает. Очень плавно все работает. Прям идеально. Ну а следующий у нас на очереди вот такой вот механизм. Выглядит вообще непонятно, но... Смотрите, взял я вот такой вот Т-образный коннектор. И смотрите, это катапульта, да. Она работает уже без мотора. Смотрите, как мы ее заряжаем. Оттягиваем вот эту вот балку и вот такой вот фиксатор. Все это работает на резинке. Фиксатор с помощью резинки фиксирует вот эту балку, а балка оттягивается с помощью резинки. И теперь, когда мы сюда положим какой-нибудь боеприпас... И, так, стоп, я уже не помню, как там. Смотрите, давайте вот так продемонстрирую. Нажмем вот этот вот курок. Произойдет выстрел. Оттягиваем. Ложим нашу патрон наш. И нажимаем на курок. И выстрел очень мощный. Механизм этот очень простой. При оттягивании с помощью резинки нажимаем на курок. И производится выстрел. Так что этот механизм вы даже сможете сделать и без инструкции. Так что берем наш патрон и нажимаем на курок. Ну а следующий у нас на очереди вот такой вот механизм. Как вы уже догадались, это механизм сделан для подъема деталей. Ложим сюда деталь. Крутим вот этот вал. Так, и у нас деталь падает, да. Крутим вал и с помощью двух катков и гусениц деталь поднимается наверх. Этот механизм можно использовать в виде контейнерной ленты. Вот так вот положите ее, например. И крутим, и будет конвейерная лента. Давайте попробуем, чтобы было интереснее. Вынем вот этот вал. Достанем шестеренку. Возьмем мотор наш. Возьмем, конечно же, шестереночку. И вот так это все прикрепим. Все. Мотор у нас зафиксирован. Теперь берем батарейный блок. Вставляем. Батарейный блок вставлен. Ну вот как-то так это все работает. Батарейки у меня уже садятся. Но ничего, у меня есть новое. И давайте попробуем поднять. Ну вот оно все идеально поднимает. Даже если вы захотите, можете сделать какую-нибудь нормальную вот эту вот штуку. Но я ее сделал вот такой вот. Корзина, куда самим будет ложиться деталь какая-нибудь. Так что вот так все это идеально поднимает. Давайте покажу механизм. Тут идет вот такое вот понижение. С маленькой шестеренки на большую. И чисто два катка на вращение гусеницы.
Но вот этот механизм – это самый интересный механизм и самый крутой. Смотрите, куча шестеренок, просто куча угловых передач. Передача вращения через резинку. Вот тут вот угловая передача, вот тут вот, вот тут и вот тут вот. И как вы уже, наверное, догадались, это автоматически открывающиеся двери. Подключаем батарейный блок и включаем двери. Механизм идеально работает, даже если вы, например, вот когда полностью двери открылись, у нас есть защита. Вот такая вот резиночка. Чего я сделал? Через передачу вращения резинки, чтобы была защита. Вот, видите, оно защемляет идеально все. Прокручивается вал. Этот механизм можно использовать, например, вы делаете какой-нибудь дом и сделать вот такие вот открывающиеся ворота или, например, дверь. Так что вот так вот все это работает. Как я показал ранее, механизм работает через кучу угловых передач и вот тут вот через резинку. Ну вот такой вот последний механизм. Ну а что, если тебе понравились вот эти вот все механизмы, то ставь лайки, подписывайся на мой канал. Пиши свое мнение в комментариях, какой тебе больше всего понравился механизм. Так что, может, что-то ты захочешь сюда добавить, может, я про это сниму видео. Так что пиши в комментарии и подписывайся на мой канал.